такой рэп для дедушки к 9 мая. Мой дед не герой, но тоже не трус, и я им по праву горжусь. Две медали и орден Красной Звезды заслужил он в боях, а сможешь ли ты? Из глухой деревеньки в Кировской области он ушел на войну, не в поисках доблести. Не мечтал быть героем или стать генералом, а простым рядовым, как и все, воевал он. В страшной битве под Ржевом ему повезло, не убит, только ранен, немцам назло. Тот осколок снаряда только ногу задел, кость повредил, но мой дед уцелел. Пролетел бы осколок немного правее, и лишился б солдат ноги бы своей. Ну а если левее и мимо прошел, может, в новом бою он смерть бы нашел. Говорил ему врач, проще ногу отрезать, без ступни по деревне своей будешь бегать. Очень много солдат не вернется с войны, ну а ты хоть с культей, но все девки твои. Но другому учили в палате бойцы, им бы только отрезать, они молодцы. Ну а ты же не трус, чтоб бежать от войны. Молодой, заживет, сейчас солдаты нужны. Вот подлечат врачи нас и снова пойдем на своих мы ногах разбираться с врагом. И мой дед заявил, что не надо пилить. Если есть еще шанс, то давайте лечить. Почти год он лечился в госпиталях и продолжил войну не на костылях. А 9 мая 45-го года у него день рождения, 22 года. Самый лучший подарок – победа в войне. Этот день для него стал дороже вдвойне. Отгремели салюты, стала мирная жизнь. Но продолжил мой дед еще долго служить. Он прошел в Ленинграде офицерские курсы и служил лейтенантом до 1956 года. Спасибо.